Ну а сейчас ближе к спорту. Показательное выступление. Анатолий покажет. Моисеев у нас не на коньках. У вас произвольная программа. Толь, привет. Да, здравствуйте. Сегодня произвольная программа. Но я считаю фигурное катание одним из красивейших видов спорта. Да, это правда, очень красивый. Ну что, будем разогревать наших дорогих телезрителей. Пока они не собрались на работу, сделаем с ними хорошую зарядку, ведь на улице уже минус 10, и к вечеру собирается температура наша расти. Поэтому пока мы дойдем до наших трамвайчиков, автобусов, нам надо быть в форме, как сказал врач, тепло одетыми и с хорошим настроением. Первое упражнение в нашем комплексе будет косильщик. Значит, наклончик делаем к ножке. Опа. Да, и такое движение. Раз, и косим. Два. Ну, конечно, чтобы так косили, я не видела, но, в общем-то, тоже красиво. Это модифицированный косильщик. Да, понятно. Это художественное кошение. Да, да, да. Произвольная программа, все как положено. Вот. И аналогично делаем в другую сторону. Для этого я использую легкую гантельку весом 1 килограмм. Вы можете использовать просто свои ручки, и не надо дополнительного отягощения. Значит, наклонились к ножке, отставили вторую и замахнулись, наклонились. Такое упражнение на все туловище. Да, да, особенно поясничка, плечевой пояс. Ага. А спину же можно скрутить с непривычки, как крутанешься. Ну, не надо тогда контролировать. Контролировать, да? Конечно. Если у кого-то есть радикулит, то аккуратненько опустились и вернулись. Ага. Опустились и вернулись. Следующее упражнение будем делать шаги вперед. Ну, готовимся же идти к троллейбусу. Ага. Но при этом будем играть с нашей гантелькой. Значит, делаем шаг, пропустили, второй шаг. Подножкой провели. И еще раз шаг. Как только это упражнение начинает хорошо получаться, увеличиваем темп. И делаем раз, два, три. 4. Ага. И следом переходим вниз, садимся на ягодицы, поднимаем ножки. И чтобы не замерзать, а продолжать наше движение, держим их на весу и начинаем. Садимся в троллейбус, и чтобы не замерзать, делаем вместе со всем ноги автобусом упражнение. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Таким образом мы проработали все наше тело. И отлично согрелись. Слушайте, вот я всегда думала, если бы я была водителем троллейбуса, у меня был бы самый веселый троллейбус. Я бы с ними делала зарядку, читала стихи, у меня бы выступали, все бы говорили друг другу хорошие слова. Хорошо, Света, что ты не водитель троллейбуса. Я считаю, хорошо, что у тебя нет своего троллейбуса. Хотя кто его знает? Толя, спасибо большое. Спасибо. Мне кажется, у тебя вам всегда прекрасное настроение. Спасибо, что им делишься с нами. С вами, да. А если бы еще сальто какое-то такое, сальто, ну это к следующему, может быть, давайте, уроку, да, в следующий как раз говорится. Да. Научим телезрителей делать сальто. Научим телезрителей, да, делать сальто. А вы говорите, выше головы не прыгнешь. Спасибо, Толя. Спасибо, Толя. Анатолий Моисеев сегодня был фитнес-инструктором в прямом эфире.